Короткое приветствие и сразу к делу. С Белоруссией у нашей области давние партнерские отношения. Многие предприятия свое ярославско-минское сотрудничество начали с советских времен. А в прошлом году товарооборот превысил 350 миллионов долларов. И это не предел. Беларусь готова дальше расширять масштабы такого сотрудничества. В этом плане нам нужно продумать такие кооперационные проекты, которые бы задействовали производственный, научно-технологический и кадровый потенциал как Беларуси, так и Ярославской области. Беларуси интересны земли Ярославской области для развития сельского хозяйства, но это перспектива, пока основной упор делается на машиностроение. Вот на этой презентации есть фотография МАЗа, который стал 11-м на ралли последнем Дакара, но маленький секрет, в нем ярославское сердце, и это лишнее подтверждение того сотрудничества и, то есть, хотите, известности нашей. Именно на основе ярославских моторов, которые производит область, в ближайшее время планируется создавать белорусские самосвалы. Помимо прибыли, новое производство может дать региону рабочие места. Соглашения о партнерстве уже подписаны. Евгений Журавлев, День в событиях.